Приветствую всех, уважаемые партнеры, с вами Олег Помазан, и сегодня будет очередной обзор по проекту Atron. И в частности, мы рассмотрим предстарт нового тарифного плана «Живая очередь». Данный тариф тесно взаимосвязан с действующими тарифами. И на предстарте вы уже сейчас можете покупать места как с основного баланса, так и напрямую с кошельков Pair или FreeCassa, минуя пополнение основного баланса. Покупать места можно в неограниченном количестве, и после покупки каждого места ваш спонсор будет получать 20 рублей реферального вознаграждения. Но имейте в виду, когда 1 февраля 2022 года в 12 часов по московскому времени начнется старт, то появится кнопка для активации купленных вами мест. И чем быстрее вы будете нажимать кнопку для активации места, тем раньше оно встанет в общую очередь. Таким образом, старт каждого места по кнопке. Так что рекомендую на предстарте сначала активировать основное место, а потом купить клонов. И на старте каждое место активировать по кнопке. Итак, если вы еще не партнер проекта Atron, то для того, чтобы принять участие в живой очереди, вам для начала нужно пройти регистрацию. Ссылка на регистрацию будет в описании под данным видеороликом. После перехода в раздел «Регистрация» обратите внимание, кто ваш спонсор. И если все верно, то дальше заполняйте поля. Прописывайте имя, свою почту и логин. Далее пароль и повторите пароль. После этого нажимаете «Зарегистрироваться». Далее перейдите в раздел «Настройки». Укажите свои контактные данные и сохраните. Ниже пропишите свой кошелек Pair и также сохраните. При этом желательно загрузите свой аватар и также сохраните. Если у вас аватар не загружается, то обратитесь за помощью к администраторам чатов. В главный чат ВКонтакте вы можете перейти из главной страницы своего кабинета. Чуть ниже будет кнопка для перехода в чат, а в самом низу страницы вы найдете личные контакты админа проекта и можете перейти в официальную группу ВКонтакте, из которой дополнительно можете зайти в другие чаты проекта, а также и в официальную группу в Telegram и посетить плейлист всех проектов от данного админа, где найдете все обучающие видеоуроки и вебинары. При этом и в тематической группе по Atron ВКонтакте, перейдя в раздел «Обучающие ролики», вам будут предоставляться все обучающие ролики и вебинары, но именно по проекту Atron. В разделе «Рефералы» вы можете скопировать свою реферальную ссылку и посмотреть статистику по своим рефералам. При этом, нажимая на аватар своего личника, а также и его рефералов, вы можете посмотреть статистику рефералов во всю глубину структуры. Также, если реферал активировал какие-либо площадки, то нажимая на знак вопроса активированной им площадки, вы можете видеть ID-номера его активированных мест в первом столе данной площадки. По этим номерам вы в поисковой системе площадки можете с легкостью найти место этого реферала. Возьмем, к примеру, площадку «Якорь». Перехожу в площадку «Якорь», ниже перехожу в структуру первого стола и прописываю в поиск номер ID. Далее «Найти». Теперь, нажимая на логины, я могу просматривать глубину структуры данного места. А нажимая на стрелку «Назад», я могу посмотреть, под кого данное место встало. Чуть позже будет улучшена и модернизирована поисковая система, после чего вы сможете искать места не по ID, а по номеру места, что улучшит и ускорит поиск любого места в структуре. Также в скором времени будет улучшена не только навигация по поиску мест в тарифных планах, но и статистика. В каждом разделе тарифного плана вы можете просматривать структуры всех своих мест. Перейдя в стол своего места, нажимаете «Структура». И здесь вы также сможете просматривать структуру как вниз, так и вверх, нажимая на стрелку «Назад». Таким образом, вы увидите, под кого ваше место встало. Более подробно с маркетингом действующих тарифов вы можете ознакомиться в разделе «Маркетинг», а также в обучающих роликах в своем кабинете. Ну а сейчас давайте рассмотрим маркетинг живой очереди. Далее я покажу, как забронировать места на предстарте и продемонстрирую вывод прибыли на свой кошелек Pair. Вывод в проекте «Инстант», то есть моментальный. И имейте в виду, так как в тарифах предусмотрена реферальная программа, то когда ваши рефералы будут бронировать на предстарте места, вы будете уже сейчас получать реферальные вознаграждения, которые по желанию можете вывести на свой кошелек Pair или использовать эту прибыль на покупку дополнительных мест. Покупать места во всех тарифных планах, включая живую очередь, можно только в первых столах, а далее ваши места будут уже автоматически переходить по следующим столам и тарифным планам. При этом у вас будут происходить автоматические реинвесты. Итак, в живой очереди всего 6 тренарных столов. Вход в первый стол составляет 130 рублей, 100 рублей из которых идет на покупку самого места, 20 рублей идет спонсору и 10 рублей составляет комиссия проекта. При этом вы должны знать, что в данном тарифном плане есть абонентская плата в размере 130 рублей в неделю. То есть рекомендуется всегда держать на балансе минимум 130 рублей.
чтобы система еженедельно смогла автоматически списывать данную сумму и покупать вам клона в первый стол. И если на момент списания у вас не будет этой суммы, то ничего страшного не произойдет. Все ваши ранее купленные и активированные места будут продолжать работать по маркетингу. Но при этом у вас создастся задолженность, которая автоматически спишется либо после пополнения баланса, либо тогда, когда вы получите прибыль на необходимую сумму. Абонентская плата способствует активному и стабильному продвижению всех мест партнеров в живой очереди. Расстановка в очереди общая, без реферальной привязки. То есть все места выстраиваются в общую очередь по дате и времени активации места. Таким образом, каждое новое купленное место любым партнером будет становиться в конец общей очереди. Итак, первый стол накопительный. После закрытия всех трех мест под вами вы автоматически переходите во второй стол, который также является накопительным. Вы автоматически переходите в третий стол, где после закрытия первого места вы получаете 200 рублей на вывод. А после закрытия второго и третьего места происходит накопление и автоматический переход в четвертый стол, где после закрытия первого места вы получаете 650 рублей на вывод, а также 5 клонов в первый стол текущего тарифа. И у вас автоматически создастся 5 мест в площадке «Двигатель», маркетинг который вы можете посмотреть в разделе «Маркетинг». Если вас ранее не было в данной площадке, то у вас там автоматически создадутся места, и первое ваше основное место в площадке «Двигатель» встанет в структуру вашего спонсора в первое свободное место, а остальные ваши клоны, как и ваши личные рефералы, в данной площадке будут уже становиться в вашу личную структуру по алгоритму сверху вниз и слева направо в первое свободное место. Далее, после закрытия второго и третьего места, у вас происходит накопление и автоматический переход в пятый стол, где после закрытия первого места вы получаете 2000 рублей на вывод, а также у вас создадутся 10 мест в первый стол текущего тарифа и 10 мест в первом столе площадки «Двигатель». После закрытия второго и третьего места у вас происходит накопление и автоматический переход в шестой стол, где после закрытия каждого места вы будете получать 10 тысяч рублей на вывод, при этом еще 20 клонов в первый стол живой очереди и 20 клонов в первый стол площадки «Двигатель». Каждое ваше место в тарифе «Живая очередь» будет приносить чистую прибыль в размере 32 850 рублей и 75 клонов в первый стол текущего тарифа, а также еще 75 клонов в первый стол тарифа «Двигатель». Теперь давайте рассмотрим, как пополнить баланс своего кабинета и забронировать место в живой очереди на предстарте. Переходим в раздел «Пополнить-вывести». Здесь, кстати, вы можете просматривать журнал своих финансовых операций, выводить деньги на свой кошелек и переводить деньги внутренним переводом на баланс кабинета любому участнику проекта по его логину. Итак, пополняем баланс, прописываем необходимую сумму, далее выбираете платежную систему – Payeer или FreeCassa, после чего нажимаете «Пополнить» и следуйте подсказкам системы – «Подтвердить», «Еще раз подтвердить», и после оплаты вас система автоматически переведет на ваш кабинет. После пополнения баланса переходите в раздел «Живая очередь» и нажимаете «Активировать площадку». И после бронирования на предстарте основного места вы также аналогично можете бронировать неограниченное количество клонов. Все ваши столы и статистика по ним в живой очереди появятся в кабинете данного раздела 1 февраля после старта. Итак, сейчас я продемонстрирую моментальный вывод прибыли на свой кошелек Payeer. Для этого перехожу в раздел «Пополнить-вывести». Далее нажимаю «Вывести». Прописываю сумму, номер кошелька у меня указывается автоматически, так как я его сохранил в разделе «Настройки». И далее нажимаю «Вывести». Обновляю страницу, и чуть ниже в журнале финансовых операций видно, что сумма поступила на мой кошелек. Перехожу в свой Payeer и обновляю страницу. И как вы видите, мне поступила прибыль от проекта Atron за минусом комиссии Payeer. Также мне поступило письмо на почту с моего кошелька, где говорится о получении прибыли от проекта Atron. Итак, как вы видите, проект платит. Так что, друзья, присоединяйтесь. Желаю всем больших чеков. На сегодня все. С вами был Олег. Пока.